Сотрудники МЧС начали поиск рисков, с которыми могут столкнуться рыбаки в бухте Гертнера. Квадрокоптер делает первый взлет зимнего сезона. Ему предстоит обследовать десятки квадратных километров. Опытные спасатели говорят, что наметанный глаз из берега может увидеть опасность. Так заприметили первую трещину, которая может стать ловушкой. Она пролегает в том же районе, где почти каждый год происходят трагедии. В этом году пока удалось избежать гибели людей, но сводки прошлых лет хранят печальные факты. Все случаи, которые регистрируются здесь, это в 2010 году 8 происшествий произошло, при которых погибло 10 человек, к сожалению, один ребенок, девочка. Все они происходят при провалах автотранспорта под лед. С этого дня начинается плановое дежурство в бухте. Лед, говорят спасатели, в этом году встал рано, но пока не окреп. Высокая волна его легко может надломить во многих местах. По наблюдениям, за несколько лет самый роковой район в устье реки Магданки вдоль берега моря в сторону поселка Ола. Почти каждый день на снегоходе после облета квадрокоптером специалисты выезжают в бухту для бурения и замеров. Сейчас лед 30-40 сантиметров. Выезд в бухту запрещен.